Старая Юзовка в центре Донецка. Картины с изображением улиц дореволюционного города появились во дворе Донецкой прокуратуры. Разрисовывали стены добрые люди. Так называют себя тандем художников, который трудился над граффити полмесяца. Прошлой осенью изображения в том же стиле нанесли на фасад соседнего здания. Три новых картины завершили композицию. Стиль выполнен под старую гравюру. Штрихами. Наложение штрихов обуславливает и саму фактуру стены. Сама фактура грубый кирпич, и на ней очень выгодно смотрится. К этому часу все новости. Передаю эстафету нашему спортивному обозревателю Светлане.